В этом видео видно, как этот молодой ваххабист якобы приводит слова Умара, в котором говорится, что Всевышний Аллах сядет на престол, на курс. И он это трижды повторяет, так издеваясь. И ваххабисты что только не делали, чтобы оправдать свое заблуждение. Какие только не стараются проводить уже слабые, отвергнутые хадисы уже начали проводить. И в конце он говорит, если ты мужчина, говорит, выступи против Умара. И здесь уже далее другой шейх ему приводит, что эти слова, это хадис твой же шейх Альбани, он говорит, что это отвергнутый хадис. И также автор этой книги говорит, что этот хадис слабый. Как говорится, на место поставили. И в конце этот шейх ему говорит, если ты мужчина, то приведи цепочку этого хадиса, в котором показано, что это хадис слабый и отвергнутый. إسناده ضعيف وإن كنت رجلا فأبرز السند